Ребята, всем огромный привет. Опять приехал в Бучу. А сегодня, ну, скидки, понятное дело. В Буче, в новом магазине. Хочу поменять свое старое белье на новое. В новом магазине классная скидка. Еще плюс у меня ваучер на 10%. Гляньте, еще не забрали подарочный этот матрас. Так, очень хорошие скидки в этом. На белье. Хочу выбрать, посмотреть. А то есть ты сдаешь свое белье, старое, получаешь 20% скидки. И плюс сегодня 50% на белье. Вот, выбери свое постельное белье. Можно выбрать. Очень хорошая акция. То есть акция, вот видите, гляньте, 50% скидка, даже больше чуть-чуть. Хорошие очень скидки, наборы обалденные, классные. Вот здесь вот можно выбрать. То есть скидка 50% плюс 20% бьется на кассе за то, что вы приносите свое старое белье. Я два комплекта собрал. Подхожу, говорю, а можно там это? А если у меня чуть меньше? Не два комплекта. Она говорит, там никто не... Упаковываете в пакеты и это... На два комплекта можно это сделать скидки. И вот, я взял... Я хочу два комплекта белья выбрать, ребята. Не знаю, какой еще выбрать, то есть, как у нас получается, 20%, одно и то же вам торочу, потому что пришел нормально, вот расскажу, да, 20%, вы сдаете свое старое белье, 20% получаете еще, и плюс у меня еще сертификат из прошлого раза, который я делал покупку, мне дали на кассе, сейчас я вам покажу, вы еще получаете 10%, то есть 20 и 10%, у меня получается 30% еще скидки на постельное белье, то есть... От этой цены еще будет 30% у меня биться. Я очень доволен. Сейчас буду выбирать какие-то два комплекта. Очень-очень качественное, очень вообще обалденное. Гляньте, глаза разбегаются. Ну вот это вот я точно возьму, наверное. Или звезды возьму, или вот это классное, такое в темных цветах. Вот это мне нравится, очень красивое. Вот я чуть ближе вам наближу. Вот эта полоска мне нравится тоже, классная полоска. А потом мне нравится вот этот листочек, потом мне нравится вот эта звезда. Ну, все в таких темных тонах. Вот эта бирюза вообще зелень классная. Серая. Ну, вот этот горошек тоже такой прикольный. А это вообще такой, знаете, как... Ой, как пеленочка для младенца. Можно мне такую пеленочку для младенца взять, ребята? Гляньте, какие светлые. Ну, светлые как-то я не знаю. Светлые, хотя... Хотя... Все классные, все крутые. Вот это, вот так вот набор. Этот смотрится. Гляньте, как красиво упакованный. Вот, видите, 800 гривен, 50%. Вот 650 гривен. Это только в новом магазине в Буче. А вон, гляньте, какие красивые цветные. Вообще обалденные. Ой, шикарные все наборы. Сейчас что-то буду выбирать, ребята. Так, обещаю вам, что это последний раз все. А то... Вот, 750 гривен. Ну, 50% на белье. Так, сейчас что-то посмотрим. Так, большое спасибо Анастасии. Анастасия нажимается. Бажання допомогти. Відмінно. Якість обслуговування. Відмінно. Так, доступність персоналу. Дякуємо, Анастасії. Так, ну, нужно ходить в маске, поэтому надеваю маску, чтобы не делали мне замечания. Тут хорошая девочка работала, все работает, все рассказала, показала. Вот, ребята, у меня еще вот такие вот ваучеры есть. Вот, видите, я стер. Можно скидку выиграть 10, 15 и 20%. Ну, свои скидки по 15-20% я уже использовал. И осталось еще пару скидок на 10%. Вот, на 10% осталось. И еще мне подарили сертификат. Вот такой вот сертификат из Юска. Это как подарочная карта. Но я потом буду большую покупку делать и использую. Так что иду выбирать постельное белье. И может еще кое-что посмотрю. Наверное, хочу эту выбрать. Ящик, какой-то большой ящик для этого. Для мелочей всяких. Так что пойдемте со мной. Так, вот это тоже классно. Вот я говорю, на все постельное белье 50% скидки. Видите, было 2000, сейчас 1000. Было 1200, сейчас 600. Вот это классная тоже полоска. Тоже крутая. Вот это мне нравится.
Опа. Так, хорошо. Сейчас буду выбирать, потому что иду, ребята, на меня все так смотрят. Я в белой куртке. Так стыдно, надел эту белую куртку. И на меня так смотрят все, что я в этой белой куртке, или что я в этой шапке Санта-Клауса. Думаю, ну что люди, ну белую куртку одел, думаю, боже, скрыться куда-то, а скрыться, думаю, хоть под снег зароюсь, в снег могу зарыться, хоть меня не видно будет. Так, вот эти вот ящики были, ребята, нет уже их, очень хорошая цена на вот эти ящики, 449 были, сейчас 175, но это тоже только в этом новом магазине. И вот эти, вот на эти я смотрел, тоже мне понравились. Классные такие, с таким узором, ручки такие классные на всякую дребедень. А вот эти классно в ванну взять, поставить себе всякие принадлежности ванны. Так, сколько вот эти стоят? Наверное, Эбби, Вегард, так, Вегард, сколько Вегард? Северин, вот все поразбрасывали, потому что, ребята, очень много людей, а вот Вегард. 200 гривен. Ну, это не такая уж большая скидка. Так. Я на свое дерево, знаете, что хотел взять? На свою елку. Хотел вот такой взять плетеную корзину. Вот такую вот огромную. Но я смотрю, она тоже скидка, видите? Была 500, сейчас 400. Маленькая скидка. Хотел взять вот эту плетеную корзину. Поставить в нее коробку. Ну, понимаете, да? Какую-нибудь коробку. Сейчас я возьму, покажу, чтоб вы понимали, какую вам коробку. Ну, какую-нибудь коробку, ребята. Коробку от чего-нибудь. От чего-нибудь, не обязательно такую. Вот, вот так вот поставить сюда в коробку в середину. Так, это не влазит. Ну, вот так вот коробку. Бумажную, картонную коробку от чего-нибудь. Вот так вот ставим сюда коробку, да? А потом ставим эту дерево. Дерево, ну, или елку. Накрываем сверху, там, чем-то прикрываем. Например, даже можно взять вот этот плед красный новогодний. Прикрываем сверху им. Или еще какой-то мишурой, да? И у нас получается выше дерева. То есть, получается не 2 метра, а еще выше. И плюс оно будет очень красиво смотреться в этой плетеной корзине. Очень будет круто смотреться. Но она со скидкой маленькой. Очень мне вот эти вот понравились. Ой, видите, можно на нем и сидеть. 550 короб такой. И можно складывать всякие вещи в нем, держать тоже как вариант. Вот этот мне очень понравился тоже. Он такой чуть покруче, чуть получше. 1000 гривен, но он без скидки идет. Тоже в него можно поставить, а как я говорю, коробку. Вот этот будет вообще классный. Этот поаккуратнее. Да, этот поаккуратнее. И, кстати, потом можно использовать его и там в ванну для своих грязных труселямб и грязных носков. Ну, для грязного белья, скажем, да, в ванну. Вот. Тоже классная будет идея. Так, друзья. Сейчас иду это. Так, подушки. Ну и что я вам хочу сказать? Хочу сказать, что поразбирали все. Вешалки, кстати, сейчас еще разбирают. И я вам хочу сказать, что чем ближе к Новому году, тем ближе, тем дешевле все в этом, в Юске. Вот, пожалуйста, салфетки, кажется, если я не ошибаюсь, не буду говорить цену, не помню. Еще дешевле можно взять салфетки новогодние. Ангела я себе этого взял, очень доволен этим ангелом. Так, вот деревья те, что я взял, те, что хотел, я взял, их уже нету. Я взял самые большие, самые высокие. Одно взял дерево. Ну, елку новогоднюю, и одно взял дерево, их тут нету. А, вот елка стоит одна, да, а дерева нету. Вообще круто, конечно. Гляньте, какой набор. 4500, ребята, шикарный набор. Стол и 4 стулья. 4500, даже для себя запечатлю. Даже сфоткаю. Так, все, сфоткал. Шикарный, конечно, гляньте, как круто. Обалденно. И, кстати, вот эти вот, я вам хотел сказать, вот эти вот, вот, они уже дешевле стали, по 100 с чем-то, на спинку стульчиков. Видите, Санта, так, чтобы вам видно было, видно, да, на спинку Санта. Санта и еще, кажется, олень есть, да. Можно 2 таких и 2 таких. Сколько они? 100,
90 гривен уже, да, 90. Не, они дешевле, они по 65. Да, 90 по 65, если я не ошибаюсь. Да, 65 я вчера вечером смотрел. Собирался в Юске, смотрел. Пожалуйста, круто. Цену не поменяли. Ёлки, палки. Вот эти тоже хотел взять, думал, будут со скидкой. Вот эти вот ветки. Ну, пока что без скидки. Очень классная цена вот на эти перья, ребята. Были 169, а сейчас по 50 гривен. Но они смотрятся, когда их очень много. Вот такая вот одна перьинка. Как я уже говорил, тут стоячие эти перья. А в Ашане смотрел, они такие висячие. Ну, вот здесь покруче эти перья. 50 гривен. Помните, ребята, я помню просто, когда они эти появились, подушки, у каждого блогера на видео были. У кого были диванные эти болтушки на диване, у каждого блогера на диване были вот эти вот подушки. Кстати, сейчас вот эти собачки, котята по 50 гривен, тоже очень хорошая цена. Кто тут у нас еще есть? Вот. Они сейчас в этом магазине 50 гривен стоят. Тоже очень бюджетная цена. На подарок можно взять. Прям 4 разных можно взять. Они тут разные-разные, гляньте. С котятами. Так, еще там что? Зайчата даже есть. Целая куча их всяких. А были 129. Взять 4 подушки, получается 200 гривен. Так, смайлы тут разные. Смайлы классные, да. Сколько смайлы? 250. Так, я опять на наборах постельных, гляньте, даже по 375 есть, всегда низкая цена. Но это идет, что у нас идет, 1,40 м на 2, это, наверное, да, пододеяльник идет, или простынька, не, пододеяльник, наверное, не пойму, пододеяльник идет на одеяло, с замком, видите, и простынь, ой, и на подушку, наволочка 50 на 75. Вот, это такая одна спалка. 375, 375, 375. Все наборы. Цвета тоже классные. Ну, что мне нравится. Если что, вот этот вот. Тоже такой прикольный, интересный. Есть огромный выбор вот этой жатки. Ну, я жатку не люблю, не знаю. Вот этот мне нравится тоже. Вообще шикарный. Он такой, я говорю, как пеленочка детская. Классный такой, мягкий-мягкий. Люблю такие. Вот эти звезды. Сейчас что-то будем выбирать. Есть детские наборы для девчонки. Гляньте, какой прикольный набор. Ребята, сейчас за полцены. Еще если вам скидка есть. Еще скидочка есть. Гляньте, 600 гривен. 600 гривен. Круто. Кому нужна скидка, можете обращаться. Могу скидку вам, карточку дать. У меня еще пару штук там осталось, если останется. Если я еще не использую. Так, и тут еще есть замороженное. Это уже чуть посовременный тоже мультик заморожен. Но они все классные. Тоже для девчонки будут прикольные. Немножко опущу вот эту бумажку, чтобы рисунок вам показать. Ну, дети сейчас знают этот мультик. Так, а это свинка Пеппа. Это для самых-самых маленьких. Для самых маленьких тоже идет пододеяльник и наволочка. Потом вот эти, как их называются, лолы. 600 гривен. Ну, вся постель идет. Покемоны. Это уже для мальчишек. А там кто? Даже для мальчишек есть джунгли. Так, динозавры. Огромный выбор на матрасников. Кому нужен на матрасник, всякие есть и темные, и светлые. И вот такие, как этот, как полотенечко, 375 гривен, 225, разные ценовая категория, 375. И по качеству разные. Выбор огромный. Гляньте, какая классная штука, чтобы пододеяльник не скручивался. Фиксаторы. Здесь еще есть какой-то защита для подушки. А что это такое? А, это наволочка, как будто наволочка. Понятно. Наволочка для подушки, а потом одеваете такую свою наволочку. Вот еще есть что-то. А это у нас ремешки для для простынки. Тоже хорошая штука. А тут, ребята, вообще 70% скидка, видите, комплект, как такие крутые комплекты, 70% скидка, в таких тоже цветах, пастельных пока выбор есть. И тут что? 1550, тоже 70% скидка, выбор можно выбрать пока что. Гляньте, как красиво смотрится, прям мои цвета, 750 этот набор стоит, такие листья классные, крутые. И сразу таких подушек набросать и покувыркаться.
Друзья, а тут все роются, можно порыться и выбрать любые-любые наволочки. Гляньте, любые наволочки можно просто отдельно. 70 гривен, 50 на 70 и 35, 40 на 40. Круто, да? А что это такое? Какашки валяются по всему Юску. Классная вот это вот, нравится тоже мне. Постельный комплект, тоже он со скидкой сейчас идет. Микки, вот в таком пастельном цвете и таком сером цвете. И вот это вот полотенце тоже обязательно себе возьму. Очень красиво смотрится. Вот наволочку постелили. Все идет на вот этих ремешках. Видите, на молнии. Классно смотрится. Вот так вот подушка смотрится. Круто. Микки Маус. Ну, я вообще поклонник Микки Мауса. У меня и кружки, и термос. Термосы. Полотенце хорошее, большущее. Метр на 50. А, это для лица по 200 гривен. А и тут есть, где-то я видел, и большие. Вот, да. Большие по 400. Метр 40. Метр 40 на 70 огромные. И даже пледы есть с Микки Маусом. Но это потом, когда-нибудь. Гляньте, какой он классный. Тоже такой уютный. Я, конечно, пледов понабирал в прошлый раз. Они были очень с хорошей скидкой. Ну, в принципе, 800-550. Не все сразу. Но я хороший, я считаю, что я пледы набрал. Кстати, ребята, хорошо, что я сюда попал. Шторки я-то взял, а я всегда забываю взять эту. О, вот это мне нужно. Вот это. Вот это. А, я же взял с прошлого раза. Блин, я забыл. Я ж купил. Видите? Все, память. Мне нужна шторка. Ладно. Пока что старые. Сейчас, мне нужно вот это. Вот это мне нужно. Вот это мне нужно. Вот это мне нужно. Обязательно. Потому что все равно брызги летят. Гляньте, какие обалденные шторки. Какую я бы взял? Я бы вот эту взял. Вот это мне очень нравится, шторка. Класс. Серая классная. Ну, все, в принципе, они мне нравятся. С перьями тоже прикольная очень. Вот это мне нравится, полосатая. Вот это тоже мне нравится, в клетку. Она такая, как клеенка. Но прикольно смотрится. Даже лес есть, гляньте. Даже лес есть, как в лесу. Вот это классно. Очень красивая. Так, хорошо. По 125, по 150, по 250, по 275. Покруче такие, по 500 вижу эти шторки в ванну. Даже коврики есть силиконовые по 135. Так, вот этот я возьму обязательно. Где он? Где он такой, что я смотрел на него? Нету тут, да? Сейчас посмотрим. Так, полотенце. Здесь мы смотрели с вами. Здесь мы с вами были. Тут такого пока что ничего нет. Ладно, пойдемте дальше с вами. Ребята, всегда, когда в Юске, заходите вот на эту полочку, видите, вот проценты. Здесь всегда можно порыться, но кое-что хорошее найти с хорошими скидками. Я взял вот эти вот шишки свои тоже, поразбирали. Поразбирали вот эти вот по 15 гривен, гляньте, мочалочки. Даже для ребенка взять по 15 гривен. Они были в разных цветах и в разных формах. А вот нашел еще рыбу. Вот такая тучка. Друзья, даже пододеяльник серии Gold за 200 гривен можно взять. Видите, что только здесь не было. Вот два осталось. Гляньте, какой столик. Прикольный, да? Такой маникюрный, педикюрный столик для вас, девчонки. Вообще шикарный, шикарный стол. Я сегодня весь белый. То, что я говорил, буду весь белый на... Выпадет снег, только ударят морозы, и я буду весь в белом. В белый, весь белый. С Микки Маусом. Мой фаворит Микки. Так, вот мои осиные эти полочки. 450, но у меня еще скидка была 15%. Тоже круто смотрится. Вот тоже моя полочка, я взял чуть раньше. Но я взял ее тоже за 800 гривен. У меня скидка была 20%. Обалденные штуки вообще, ребята. Гляньте, какое зеркало прикольное. На целый рост. Вот так вот с вами проводить там прямые трансляции. Или что, вот так вот взял, включил и трындишь языком. И себя видишь, и с вами разговариваешь. А зеркал здесь целый-целый выбор, целый стеллаж, гляньте, всяких-всяких. Крутой этот горшок, конечно, смотрится, обалденно крутой. И ночник, кстати, тоже очень классно смотрится, потому что, знаете, создает такой не яркий свет, а такой приглушенный желтый свет. Друзья, иду, сяду на свое кресло.
Обалденное, конечно, кресло. 8 тысяч, ребята. Здесь кнопку нажимаете, гляньте, поднимается. И приходите с работы, и ваши ножки отдыхают. Вот так вот оно раскладывается. Если еще подержать дольше, гляньте, опускается спинка, и кресло превращается просто в спальное место. Можно поспать. Все, и обратно превращается в кресло. Ребята, обалденное такое, как диван, не диван. Такой, как раскладной, он тоже раскладывается. Можно на нем переспать, как заменитель, ну, как кожаный, не кожаный. Вот, софа 3500, 3500 вообще классный. За 3500, как смотрится идеально, да? Ну все, ребята, я иду выбирать постельное белье. Потом покажу, что я взял. Все, всего хорошего вам. Приятных покупок. Всем пока-пока.